Артур Камилович, а где ваша дочь? Северный Кавказ у них всегда на особом счету был. Ваша дочь, скорее всего, где-то рядом. Мне нужно туда, в Сирию. То, о чем вы просите, может стоить вам жизни. Не встречалась эта женщина? Нет, доктор. Казалось бы, надо пылинки сдувать друг с друга. Мы все стреляем, рубим. Сейчас мир лицемерия и разврата казнит мир истинной веры. Люди определяют, каков мир, а не наоборот. И ты думаешь, что ты ее спаситель?